soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, цієї жінки не перерахувати. Вона малює, організовує виставки, різноманітні арт-проекти, відточує своє мистецьке бачення світу у спілкуванні з відомими і не дуже, але творчими людьми з різних країн. Занурюється з головою у пленери, пише письменницькі роботи, надихається сама і заряджає інших своєю нескінченною енергією, жагою до пізнання та розвитку. Художника всегда наполняет его вдохновение, конечно же. А вдохновение каждый художник свой рецепт может рассказать, но у каждого он совершенно разный. Это могут быть целые формулы творческого потенциала, которые возрождает художник сам в себе, в своем подсознании, потом опускает в душу. Но что-то должно быть, конечно же, толчком. Знайомтесь, хто ще її не знає. Галина Шевцова – видатна, безпосередня, всебічно розвинена, напрочуд цікава, легка у спілкуванні, неймовірна художниця. Мене вдохновляє архітектура, поїздки, путешествия, но это путешествия не в такие природные заповедники, как может быть у других художников, не природные заказники, не природа и не это именно искусственно созданная человеком среда, архитектурная. И прежде всего это Барселона, я бы ее рекомендовала, многие уже поняли. В прошлом году было целое такое массовые поездки художников и архитекторов именно в Барселону. Барселона просто включает в себя все, это именно и город, именно люди барселонские, именно море и горы, монастыри, соборы, святые мощи. Это вообще вам никто не расскажет, но это так. Но самое главное – это город и люди. Люди Барселоны, они похожи на нас. Это Каталония, она очень близка по духу именно украинцам. И люди похожи на нас, архитектура не похожа, поэтому можно вдохновиться и провести какие-то параллели и различия. И вот это именно вдохновляет их энергетика. Я делаю зарисовки на ходу, в поезде, в машине, на пляже, на зимнем пляже, в конце концов, в Барселоне, на карнавалах, которые происходят зимой каждую неделю в Барселоне. И эти зарисовки я складываю в папки, и потом, конечно, в конце моего заезда всегда их воруют. Воруют вместе с сумкой, потому что Барселона, воровство – это взаимозависимые такие вещи, важные. И если тебя не выхватили сумку пленерную в конце сезона барселонского, то это как бы сезон не состоялся. Ты остаешься без ничего, у тебя, как всегда, обнуление происходит в Барселоне. Это все знают. І ти приїжджаєш домой з впечатленнями, самое главное. Це зараз вона дуже впевнена, весела, радісна, щаслива. Та було так не завжди. За відвертою розмовою Галина зізналась, що у дитинстві довелось себе відстоювати, боротись за своє існування і мало не втратити усіх талантів. Я меланхолік, насправді, і такою все бачу в печалі, в такому... Я страдала и мучилась, и все мое окружение, и в школе, и дома, и семья тоже страдали, что как такой человек вообще может жить и куда-то двигаться.
Ну, помогло мне только психологический такой кризис, как обычно помогает человеку. То есть я ездила в санаторного типа лагерь на целую четверть. Для меня это был еще больший стресс, чем вся моя жизнь вообще. И это 13 человек сильнейших, умнейших людей моего возраста, собранные со всего СССР, с английских школ, с каких-то продвинутых дипломатических школ, и я. И я от любого трагизма, который вообще меня окружает просто каждую минуту, я начинаю впадать в приступ задышки такой астматический. И вот одна девушка из Москвы не выдержала, такая семиклассница, такая мощная семиклассница, пышущая энергетикой, так сказать. И она наложила на меня 13 подушек во время тихого часа, когда ушел воспитатель в другую сторону коридора курировать мальчиков. Положила все эти 13 подушек, все, то есть девушки согласились, и она легла сверху. А в две руки она взяла иголки. И она, когда легла, она меня колола. А это для меня вот душно, тяжело, и плюс, когда больно, это для меня три уже компонента стресса, то есть выжить как бы нереально. И я с собой настолько боролась, что когда это прекратилось, когда меня спас воспитатель через сколько-то там минут, мне ничего не осталось, как выжить, и я после своих приступов задышки, я решила взять себя в руки. И решила сказать, да плевала я вообще на свои астматические приступы от этих стрессов, от всего этого. И я не буду больше так жить. Я вернулась другим человеком. Все, я никогда не плакала, я никогда не задыхалась. Я всегда улыбалась. Можна сказати, що Галина відкоректувала, підправила, доліпила себе сама, дала можливість розвиватись собі і потім вже знала, як допомогти іншим. Для мене воля – це щось таке утончене, то, чого вже не существує серед нас. І це така робота, зв'язана з Україною, з трипільською культурою. Буде тут змій трипільський. Це буде така серія з трьох картин, які дуже різні і связывают меня с моим творческим островом Канарским, Гран-Канария. Это канарская женщина, она чем-то похожа на наших тоже, потому что это Испания. Похожа на наших женщин, но более загадочная. И это вот такая картина переломная, которая посередине между этими двумя картинами. Это украинская женщина в наших тюльпанах. Вот такая потом Украина, здесь Гран-Канария, и вот это вот будет связано у меня, связывающая такая работа опять украинская. То есть я же сейчас здесь нахожусь, но у меня есть планы, канарские планы. Канарские растения у меня растут, и туда я повезу скоро такие наши растения украинские под отыло, маленькие, там в специальных таких увлажненных сверточках, я туда-сюда перевожу, подсаживаю, делаю пробы, и они там на капельном поливе растут. И таким образом, если постараться, можно сделать там целый сад такой. И я представляю, вот как наши чернобрывки, они будут цвести там не только летом, а круглый год. Вот как они на это отреагируют, сами чернобрывки? Что они нам скажут? И вот тут тюльпаны, женщина почти в натуральный размер. И чаще всего вопросы задают по этой работе на выставках. Это один вопрос. Кто тут изображен? Почему-то мужчинам интересно, вот что было имя, фамилия, конкретика, какая женщина, куда идти искать вообще. Как-то так. И это самый главный вопрос. И я, когда смотрю на эту работу, сразу его вспоминаю, понимаю, что даже нечего ответить, никто тут конкретно не изображен. Сразу тогда все растворяются и отходят. Вона створила творчий простір, у якому беруть участь талановиті художники. Її цікавить ідея, знахідка, родзинка, заради якої митець стає самобутнім, не схожим на інших. І почала писати книгу, яка понемножку освіщає якісь моменти, посвящені одному мужчині. Тобто, а, допустим, одна страница – это номер один, так и называется. Это описание сюжета с одним мужчиной, просто какого-то короткого, но звонкого и чем-то заканчивающегося, может быть, как неопределенностью какой-то, а может быть, определенной точкой. И переходим к номер два, номер три, номер четыре. И вот я написала 43 таких текста, эссе, и дала почитать, ну, обычно я никому не даю читать или смотреть работу незаконченную, или читать, дала своей племяннице, она увезла на войну. И там они читали в женском батальоне вот это вот между боями. И
у них возник вопрос у девчонок. Это книга о мужчинах, да, я же сказала, что там номер 1, номер 2, 43. И у них возник вопрос, они мне пишут, а писать им нельзя, там все пеленгуется, все тексты. И их текст прочитал пеленгатор. Що далі, Галя? Що далі? И они мне сделали такой заказ, вдохновили меня, и я пишу дальше. Оно вроде бы может на грани непристойности, а может на грани с сексуальностью, но оно интересно. Но интересно, и я всегда записываю, у меня такой пленерный блокнот, я записываю все эти вещи, ну и применяю. И теперь, мужчины, берегитесь, я всем объявила, что там будут все. Коли потрапляєш до майстерні Галини Шевцової, розумієш, наскільки дивним може бути мистецтво, скільки нового і креативного воно може містити. Одне здивування змінюється на інше, емоції вириваються назовні. Хочеться не лише дивитись, а й активно долучитись до усього, що там відбувається. В этом году на Украине произошло одно из первых биеннале украинских художников, но, конечно, международное. Приезжали художники из разных стран, и именно такой город Коломия, очень украинский город со знаменитым музеем писанок, организовал на спонсорские внески биеннале. И мы попали с днепропетровскими молодыми художницами в секцию живописи, даже отримали такий диплом від відділу культури, це дуже-дуже-дуже, відділу культури Коломий за участь у секції живопис в цьому бієналі. Там відбирались тільки роботи 50 на 50, однаковий формат, але вони повинні були виконатися тільки за 2 місяці перед бієналі. І тепер нас пригласили організувати персональну виставку від дніпропетровських художників именно в Коломиї і именно в этой галереї, где происходило биеннале. Теперь это будет 50 работ, которые мы готовим сейчас. И я даже, есть такой секрет, наверное, можно его как раз объявить будет, что я приглашаю молодых художников 1-2 картины. Пожалуйста, кто хочет, я провожу отбор, и мы можем пригласить для участия в Коломийской выставке. И это будет мост, объединяющий Днепро и Коломиї. Ми сміялись усією знімальною групою, почувши, як влучно Галина підмітила деякі нюанси заангажованості сучасних відносин художнього комерційного світу. Її внутрішня свобода, розкутість дає відчуття польоту, розправляє крила. Вона бачить те, що для багатьох недоступно. Для художника, я уже вижу, по художникам нужны рамки, и рамки вдохновляют. Это четко видно в искусстве по последнему фильму «Модильяни», который называется. А рамки бывают такие, например, дедлайн выставки, что нужно к этому дню отправить, убрать из своей мастерской картину, она должна уже уехать, запечатанная, уехать в сторону выставки. Туда-то, там, в Коломиї, в Париж, в Киев. И тогда художник освобождается, и четко он вписался в рамки, и тогда он только может быть свободным. То есть свободно выпить бокал любимого компота, свободно пойти на свидание с той женщиной, с которой он мечтал, но только после дедлайна, после выполнения. И дедлайн должен вдохновлять. Думай як митець і живи наповну. Оце такий класний девіз був би для кожної людини. Так. Жити наповну. Що вам допомагає жити наповну? І, можливо, зараз можна буде показати щось в роботі, як це так жити наповну. У фарбі себе показувати. Mm-hmm. І те, що ти відчуваєш. Жити наповну – це для мене надихатися іншими митцями. Іспанськими, українськими митцями, які вже це роблять, живуть наповну. Можливо, вони цього не відчувають, але вони надихають нас жити наповну. Художник, який вільний, він повинен не сидіти, от повертаючись до вашого питання, такого натяку, девізу, це не сидіти і мріяти про щось в своїй майстерні, а йти в люди. Дуже багато є кому допомогти в цьому світі. І навіть на Україні є багато резиденцій, які створили самі художники насамперед. Не хтось там, не бізнесмени, які розбагатіли, і тоді їм блиснула така ідея створити резиденцію художню. Ні, самі художники українські взяли це в свої руки, купили невеличкі хатинки в селах екологічних і запрошують туди художників на конкурсній основі, об'являються конкурси, щоб приїздили і там працювали. Якщо ви хочете малювати або просто хоча б жити повноцінно, перетніть кордони.
Подорожі, численні мистецькі заходи по багатьом країнам дали можливість художниці розрізняти справжнє, відчувати велике, заглядати всередину і насолоджуватись кожною миттю. Захоплюючись новими ідеями, Галина встигає завершити усі початі проекти. Складається таке враження, що вона взагалі не заморюється і не відпочиває. Завжди енергійна, з щирою, невимушеною посмішкою, щасливим обличчям, зі смаком, підібраним гардеробом, вона несе красу і підкріплює її абсолютною впевненістю, що так буде завжди. Вже попрощались з Галиною Шевцовою, а на душі так тепло, приємно. Хочеться зробити щось прекрасне, аби нікуди не поділась радість від спілкування.